Итак, дорогие друзья, я вас приветствую. Вы на канале Фолиота, меня зовут Иван. Седьмая часть моего прохождения Crysis 3. Глава называется «Корень зла». Так вот уж у меня прям она аж на три части поделилась. Ну, старался я просто поменьше хронометражу ролики делать, потому что... Поменьше, чтобы времени занимал рендер и побыстрее лучше выкладывал его. Так, какие красивые блики. Мы тут на какой-то нахрен станции. Что-то она так крутится. Еще это какая-то источник энергии. Мы уничтожили дамбу в прошлой части. Как вы помните, да? И осталось нам уничтожить вот эту вот херь. Так, ну, я думаю, знаете что? Стрелс меня немножечко утомил. Давайте попробуем пострелять. Сейчас, конечно, мы максимально всех... Я стараться буду так делать. Если будет получаться стелсом всех убивать, будем убивать стелсом. Переигрывать ничего не буду. Утомил себя. Если будем нарываться на жесткое сопротивление, как сейчас, будем пытаться отстреливаться тоже из оружия, скажем так, для более открытого действия. Опа, быстренько броньку врубаем. А ой, как хорошо она нас защитила, эту броньку. Да, полезные вещи, бронежилет, надо им пользоваться. Бронежилет. Ну, вы меня поняли, короче. А, попытался я в прыжке. Сдохни. Но не получилось у меня в прыжке так же красиво, как это в ролике. Ты что так верещишь-то? Бешеный. Так, ну что, давайте попробуем обойти, что ли? И вообще можно обойти-то? Так, пока не очень понятно, что здесь можно сделать. Так, вон там какой-то... Какие-то ворота тоже есть. Слушайте, ну мне хочется попробовать через центральные пройти. Или они не центральные? Ну давайте. Или нет? Пойдем мне назад. Побежим, я бы даже сказал. Через вот этот вход они меня, наверное, не ждут. Мы сейчас спокойненько их тут всех. Так, а где нахрен все люди? А, я, наверное, просто их не вижу. Так, а вот люди вижу. Ой, как ему гортань-то перебил. Ой, как все искрится, все как интересно. А теперь попробуем с другой стороны. Блин, что-то у меня мало патрончиков осталось. Это что за фигня? А, это я что-то сам пострелял. Идите и найдите. Идите и купите. Так. Здорово, Вася. Это кайфун, я бы даже сказал. Кайфуном хорошо, кстати. Не нарадуюсь никак. Уже говорил в прошлой части. Прям удовольствие из него стрелять, но мало патронов. Ух, тут есть беглый огонь, есть обычная очередь. Это кайфуня у этого. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да, слушайте, вот вам нахрен и экшен. Они такую достойную конкуренцию. Ой, блин, понабежало их тут как много. Парни, 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 стойте вы. Опа. Слушайте, ну и умирают они неплохо. Никак. Не так долго, как цифры, конечно, слава богу, но... 2-3 выстрела, в принципе, удачное попадание в голову там, да? Мне вот одно интересно. Вот так вот, если по-хорошему. Сейчас, секундочку, я вот тут вот умника. Мочи. Все, лежать. Чё за херня? Вот ты какой, Вася, а ты посмотри, блин. Мне вот, друзья мои, интересно одно. Почему прекратилось производство костюмов этих нано? Я, может, конечно, что-то упустил. Тоже записи мне лень читать всякие, там, которые мы находим. Или в других это было, в каких-то комиксах или частях, хера вот там нет.
Почему перестали производиться костюмы эти нано? Были же у корейцев подделки какие-то, я помню, в первой части. Кстати, вот этот момент очень, знаете, вот мне кажется, за уши притянут в плане того, что тут костюм этот уникальный. Ну, наш, я имею в виду. Что вот он такой прямо живой организм, этот тунгусский метеорит, блин. Конечно, я в первой части думал, что это просто как костюм, это просто как не главную роль он в сюжете играет. Потому что, знаете, здесь все вертится вокруг, что во втором, что вот в этом крайзисе вертится все вокруг этого костюма, что вот он как личность, короче, этот костюм. Он к человеку присобачивается, вот потом привыкает, и потом типа начинает его там им овладевать. Это, конечно, очень бредово, на каком это все программном уровне математическом выглядит, херово поймешь, но это вот придумка разработчиков, вот такая сюжетная, мне она не очень, если честно говоря, прельщает, потому что она какая-то детская получается. В первой части, повторюсь, костюм был просто, скажем так, вашим инструментом. Вот, новшеством, нано там он был, естественно, но это было просто как технология, как разработка. Вот, нигде не говорилось в первой части о том, что это был какой-то тунгусский метеорит, что там они, собственно, запихнули. А вот во второй части уже начали кракозябры вот эти сюжетные, что вот тунгуска, Харгрив Раш этот, короче, там, на тебе по ногам. Харгрив Раш на самом деле тут этот симбионт, этот дурацкий там какой-то выявил у этого костюма и вот начал, короче, блин, он тут... Повторюсь уже, да, говорил, связываться с головой, с внутренностями этого, блин, носителя этого костюма. На психа он никак не воздействовал, его содрали, я так понимаю. Ну, ладно, короче, посмотрим, чем все кончится. Просто мне кажется, что это было немножечко неправильно придавать личность костюму. Это глупость. Просто из этого можно глупости, и столько оправданий нелепостям сюжета... придумывать постоянно, вот. Так что, ну ладно, посмотрим, повторюсь. О, вот это вот Валли. Робот Валли ездит, короче. Мусор нахрен собирает. Нам, прошу прощения, нам в центр надо, да? Так, вот только главное не нарваться. Слушайте, а вот куда выводят вот эти вот... Видите, там вот этот вот черепок этот красненький, и это значит можно взломать, там мины. Блин, что там опять что-то набежал? Прыгать как-то страшно. А, вот давайте спустимся. Надо взломать эти мины дурацкие. Конечно, блин, я нахрен сразу же начинаю тупить. Слушайте, а смотрите, они все мины взрываются. Это то есть какая-то вообще... А, ну она и не должна взрываться, если вы помните, мы с этим, с психом, когда в самом начале, там, в третьей, в четвертой части мы брели, первый раз нарвались по этим... джунглям каменным. Первый раз нарвались на эти мины. Вот это как бы был механизм, который этими минами управляет. А если саму мину разминировать и неудачно это сделать, тогда она взорвется. Понятно, все. Я все понял. Так, и куда это вот это вот говно меня выводит? А, объясните мне, пожалуйста. Какой-то коллектор тут. А, вот, это наружу. А, ну это, короче, можно, если вы хотели прокрасться стелсом, так называемым, чтобы никто вас не видел, да? Можно, конечно, попробовать и так. Ну хорошо. Блин, как правда долго бежать по этой кишке. Хорошо. Причем с обеих сторон можно заходить, да? Там с другой стороны тоже есть такая же муть. Блин, как тут все не очень удобно расположено на этой станции. Но выглядит все круто. Эпично так смотрится. Эта станция вертится так прям. Все прям глаз радует. Повторюсь. Валли, блин, это дурацкий. Хороший мультик. Все его мне его рекомендуют посмотреть, а я только часть посмотрел и уснул. Не потому, что мне он наскучил, а потому что я устал тогда его с племянником вместе смотрел. Так, вот я какой-то взял хер для костюма улучшения. До этого все капсулы были мною успешно пропущены, ибо я не понимал, как их взламывать. В этой части. Ого, в этой части я тут шорохота наведу. О, лифт какой-то. Поехали. Блин, как мне... Я, не то чтобы я клаустрофоб, но в игрушках я себя не очень уютно чувствую, когда
куда-то на лифте спускаюсь. Это еще вот было в «Бэтмене», когда ржал Джокер над тем, как ты умудрился, говорит, залезть в лифт. Когда я тут ему управляю, можно сказать. Бум! И он пошутил тогда. Не стал нас убивать. Это было бы слишком просто для Джокера. Так, вот здесь какой-то реактор. Смотрите, как круто вообще смотрится, блин. А? Цвет как поменялся, вообще общая цветовая гамма. Обалдеть вообще. Вы посмотрите, как тут все интересно смотрится. Так, главное, чтобы никто на меня не согрелся. Потому что могут ведь, зараза. Могут ведь, зараза? Могут ведь. Так. Вот еще какие-то данные. Не все я данные, друзья мои, соберу. Повторюсь, меня утомляет в таких игрушках вот ходить, мыкаться носом, тыкаться. Меня прикалывает в таких игрушках стрелять. Ух ты, прям совсем заглючило нашего бедняка, бедного пророка. Так, и что здесь у нас? Так, там еще какие-то данные, вон я вижу. Сколько их тут понапичкают. Бежим. Пока тут... Что-то у меня такое нехорошее ощущение, сейчас кто-то набежит. Кстати, вот эту воду прыгать опасно для здоровья. Так, вот здесь какие-то эти, смотрите. Хопа! Батюшки, да я крут. А если сюда? Батюшки, да я крут дважды. Только что-то, по-моему, нам не сюда совсем надо, а вон туда, в ту сторону. Да? Опа! И что дальше? Я, наверное, допрыгну, нихера. Ай, блин, еще и свалился, да ебшкин кот, да. Ну вылази. Барахтается, как котенок, блин, утопленный. Так, ну давайте запрыгнем отсюда на мостик. Запрыгнем ведь? Так, там снизу ничего нету. Ура, молодец. Я тобой горжусь. Я и собой-то горжусь, как после таких перепрыгов. Так, ну что, давайте вырубаем эту понятную вещь. Система X. А система Y. Так, вон там есть одна турелька, сейчас которая будет работать. Значит, вон, да, она. Ее надо, конечно же... Ее надо... А, она еще, знаете, что делает? Она еще импульс электромагнитный бросает. Не просто гранату там, а именно какую-то... Прям у нее, видите, просматривает шук. У нас вся энергия сразу исчерпывается и слетает инвиз, поэтому надо быть осторожным. Короче, я побежал уже тут проломиться, попытался. Но у меня не получилось, уже так задолбало мне взламывать. Я просто переиграл этот момент. Меня нас здесь все-таки убило. Ну вот, задолбался я его взламывать эту херовую турель. Переигрывать постоянно этот момент. Блин, да запрыгнет он или нет? Запрыгнул, спасибо, молодец. Я опять так выгоржусь. Так, переждем пока. Так, вроде, видите, слава богу, что хоть людей пока нету. Сейчас еще, наверное, набегут, сволочь. Быстренько пробегаем. Ау! Какой-то, блин. Кто? Как? Откуда? Все, короче, я устал. Давай быстрее, залезай. Все, поехали. Все, отлично. Короче, не стал я взламывать. В этом месте что-то есть. Видение. Нее. А он когда цефа встречает, а ему видение, что ли? Только, да? В голову приходит. Ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения – предсказания, а не галлюцинации. Нет, ты, дружок, поехал. Ромео 1, только продолжайте миссию. Ромео 1. А почему он думает, что его зовут Пророк? Его же зовут Лоренс... А, Лоренс Парстон, он же умер. Он же застрелился. Если снять с него шлем, там, наверное, будет... Ой-ё, здорово, парни. А тебя мы задушим. Хать? Шею сломай, вернее. Так, еще. Ух ты, у меня даже инвиз не слетел, прикольно. Когда его... Обычно, когда его душишь... Или там шею сворачивает, ведь с него инвиз слетал, да? Или когда ножиком он там резал. Вот оно. Полетим. Спасибо, пророк. Спасибо.
Сегодня мы встанем и сбросим с себя оковы. Это первый день свободы. Да. Ну чё? Блин, прикольно, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет интересное очень. Так, какой-то центральный, наверное, компьютер, да? Блин, все время вот эти вот сотные, да? Обратите внимание, прям любят Crytek соты. Пчелиные. Все дизайн в виде сот делать. В пол даже внутри. Дизайн сделал в виде сот. Про костюм я уж молчу. Видите, на пол вот этой фигни? Тематично, тематично. Так, что-то, блин, сейчас будет. Ай-яй-яй, что? Ух ты, читон. Прозрачность вырубается. Ай, боюсь, боюсь. Так, что-то сейчас нахрен взорвется. Давай уже взрывайся, что ли, я уже заждался тут. Вот это, мать твою, что за херь? Альфа-Зев. Альфа-Зев. Да, крутая дрына. Так, ну короче, сейчас походу кипиш. Блин, смотрите, какой прикольный этот рябь такая. Shit happens. Ух, как все. Нифига его вынесло, как взрывной волной. Обалдеть. Так, ну сейчас все будет рушиться. Ладно, ребятки, я думаю, нам на этом пора прощаться. Напоминаю, игрушка предоставлена магазином epikey.ru. Понаблюдайте за тем, как красиво все рушится. Сейчас будет болтовня. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Большое пока. Чтоб меня, если твои видения правда. Значит, конец света близок. Нет, это значит, тварь на свободе. И я могу убить ее.